Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Юрский мир». Мистер Масрани, вот вы где. Еще не все животные в безопасности. Уверен, вы расскажете Клэр о моих экспатах во всех подробностях. Не смею вас задерживать. Нет, останьтесь. Я хотел бы услышать обе версии. Так, постройте здание. В общем, это мы сделали с тобой. Забираем награду. Давай, давай. Нет, я точно повернул направо, перед постом охраны. Но вы же сказали, что пойдете к отелю, который абсолютно точно слева. Жду не дождусь увидеть, как эту историю подаст пресса, когда связь восстановится. Да, друзья мои, 33 уровень мы с вами получаем, расширение территории, уровень схватки 33 у нас доступен и полет на 7 небо. Новинка. Ну, естественно, пак... Аргентина завр мне достается. 30 очков доверий. Так, это я не буду брать. Ты не видела Оуэна? Я его не видел с начала бури. Согласно плану аварийно-восстановительных работ, вы с ним обязаны обеспечить безопасность динозавров. Так что посмотрите у вольеров. Разместите одно место раскопок, соберите с хищников 40 тысяч монет и соберите с амфибий 40 тысяч монет. Так, разместить место раскопок, говорят. Ну что же, давай мы с тобой попробуем это сделать. Надо выбрать такую территорию. Это же у нас просто... Ага, вот. Вот где-нибудь... Даже вот здесь вот вместится, отлично. Вот сюда и поставим. Так, забрать награды, это пойдем. Вот, здесь что-то у нас есть. Доллары, доллары. Так, и топежера, собственно, персона. Плюс 30 очков доверий. Прекрасно. Так, давай, наверное, посмотрим еще пак за рекламу. Ну и что же мне здесь выпадет? Так, ДНК, доллары, ДНК. И опять диплодок. Плюс очки доверий. Окей. Задание. Так, здесь забираем. Здесь тоже забираем. Примите участие в сражениях. Используйте ускорение. Так, собрать моды и покормить не менее 4 динозавров. Блин, где же я возьму столько динозавров? 4 штуки, которые я должен покормить. А ну вот здесь, например, есть один. Давай покормим нашу Аланку. Так, это раз. И все, по-моему, больше... Больше никого я не вижу. Так. Афиакадона, кстати, можно соединить. Включить. Почему за 100 долларов? У меня кто-то там висит, что ли, я не могу понять. Так, давай-ка мы посмотрим, кто у меня здесь может... Ага, все ячейки забиты. Все ячейки забиты. А здесь у нас что? Кулазух. Понятно. Эволюция не завершена. Придется продолжать за доллары, друзья мои. Да хорош. По 3 раза. Вы серьезно? Мне не жалко ДНК. Мне жалко именно баксы, которые мы с собой тратим вот на это все. Ну что, кулазух у нас будет прокачан до 30 уровня. Так, забираем сразу эволюцию. Ну что у нас тут? Используйте 3 ускорения. Так, соберите 120 тысяч еды, вы серьезно? Собрать моды. Так, и покормить не менее 4 динозавров. Так, секундочку, где у меня тут? Вот. Ну что, идите, друзья мои. Успеете вы сделать или нет эволюцию? Да, не успеваю здесь сделать за одну попытку. Ну вот так. Ну что же, ребята, прокачиваем его до 20 уровня. На рынок идти, что ли? Он у меня вообще доступен на рынке-то? Я, если честно, не знаю. Опять код 19. Он с этим быстренько разобрался. Здесь забираем супер ДНК. Соберите 7500 монет с электрогенератора. С какого электрогенератора? Так, надо глянуть.
Что за электрогенератор? Что-то я не вижу никакого электрогенератора здесь. Ладно. Пока не к спеху, здесь все это заберем. А, вот, наверное, электрогенератор, да? Слушай, ну мне придется тогда их очень много здесь ставить, чтобы с них собрать такую солидную кучу денег. Электрогенератор, вот он. Ставим сюда. Он целый час еще будет строиться. Ну давай еще возьмем один. Так, он туда не помещается, что ли? Две штуки стоит и все. Хотя нет, ребята, давайте на всякий случай поставим три электрогенератора здесь. Сейчас главное не забыть еще территорию нам с вами расширить. Поставим, да? Деньги просто улетают со скоростью света. Так, здесь забираем маленькие финансы. Ну что, друзья мои, давайте посмотрим, что у нас на VIP-схватке. Так, награда. Без ограничений, то бишь любые, да? Вы серьезно? Вы сейчас вот выбираете мне водных? Блин, ну давай я сделаю так. Вот так и вот так. Слушай, надеюсь, мы здесь с тобой сможем победить. Погоди секундочку. А если мы с тобой первый поединок выиграем, как мы будем с тобой проходить второй, если у меня больше нету водоплавающих динозавров? Вот в чем вопрос. Слушай, мне чем-то напоминает рыбу-пилу. Да, есть такая, ребята, рыба. Так, сколько мы наносим ей? 183 урона, поэтому, наверное, сразу бомбанем. Так, 50 хп остается всего лишь. Посмотрим. Ход противника будет менять или что-нибудь там. Две атаки. Отчаянный ход, на самом деле, отчаянный. Ну что, делаем добивку и, ко всему прочему, наверное, возьмем бонус. Так, ушатываем. Анхапристис. Ох, ё-моё. Бакулит, это какая-то прям, не знаю, моллюск какой-то. Решил две атаки сделать. Ай, зря ты, сосунок, это делаешь, потому что... Так, он две атаки сделал, да. Ну что, распрощаемся с ним. Пшел вон. А вот это что у нас? Ох ты. Ихтиозавр какой-то, да? Лептоклейт. Так звучит круто. Лептоклейт. Ну что, 19 к атаке всего лишь. Все, ребят, я все сливаю, потому что, ну, куда солить нам уже очки? Это все равно последний динозавр. На 6570 звезданул. Нифига ты. Ну, крутой, крутой, крутой. Все, 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 хватит выпендриваться. Давай завершать этот поединок. И еще два боя нам нужно с тобой как-то прожить, одолеть. Давай посмотрим, кто здесь. Да слушайте, ребят, ну это издевательство уже. Это специально так сделано, да? Чтобы я... Ладно, хорошо, я возьму $67 за один откат. Эй. А вы сколько стоите? Ну эти подешевле, конечно, мне обходятся. Но все равно, ребят, 60. Я думаю, здесь одного этого будет достаточно. Аркантуса. 64 бакса за то, чтобы его отозвать. Ну что? О, да здесь все понятно, ребята. Эту черепаху на протостегу с одного удара. На 548 у нас дамаг идет, прикинь. Так, а это что у нас за ситрина? Ого! Разве такие были на самом деле? В эпоху динозавров. Ты посмотри на ее нижнюю челюсть. Что за страх? Ну, понимаешь, здесь мы сделаем две атаки. Опа! Хитро. Ничего не скажешь. Две атаки, он взял две защиты. Фига, я только сейчас увидел, что у нас аж раз, два. Раз, два, три, четыре. Восемь плавников? У нашей рыбы 8 плавников. Ну, если ее можно назвать, конечно, рыбой.
Так, и вот последний. Гинерия. Все-таки хорошо, когда у тебя есть легендарная карта, да, и причем довольно такая мощная. То есть я за счет только лишь Артакантуса могу здесь, ребята, ну, играть в этой битве. А его не было бы, что бы я делал бы? Да ничего бы. Под дых такой удар был. Вот я боюсь, как бы мне сейчас на третьей схватке не дали бы какую-нибудь легендарку против меня. Понимаешь? Если дадут, то я уже не смогу просто здесь выиграть. Так, ну что, пойдем на следующий поединок. С удовольствием пойдем и посмотрим. Так, ребят, ну здесь уже редкий. Ну ты посмотри. Стиксозавр, Дункиостей. То есть такие довольно, довольно серьезные тут динозавры. Вот так вот я на всякий случай сделаю. Поехали. Вот смотри, за два поединка я слил около, ну, почти, ребят, 200 баксов. Так, здесь мы его ушатываем сразу же, да? Кранозавра. Пумс. Хорошо пошло. Стиксозавр. Ну, ребят, здесь тоже ничего сложного не будет. У него 116 к урону. Он ничего не стал делать. Я больше уверен, он взял в защиту. Куда он там спешит, я не знаю. Ну что ты тут юлишь? Неужели опять три блока взял? Нет. Фейл. Шикарненько. Нет, ребята, он как-то умудрился выжить. Все, я понял. Меняет? Опа. Это что за выкрутасы, я не понял. Дядя. Я думаю, тебе два удара будет за глаза. Вот так вот сделаем с тобой. Пшел вон. Челюсти, конечно, у него тут мощные. Ну что, вот мы с тобой и встретились, Стиксозавр. Подставил ты меня, да? Это был первый и последний раз, когда ты меня подставил. Все, друзья мои, пятерочку влупляем ему кранты. Эх, забираем с тобой пак. Конечно же, хотелось бы, чтобы там выпал какой-нибудь очень редкий, а лучший легендарный динозавр, но, по-моему, в серебряных наборах такого нету. Там только лишь супер редкие и редкие. И кто нам тут достается? Скалозавр. Кстати, скалозавр — это очень хорошо, ребят, потому что один-то у меня есть. Это у нас травоядный динозавр. Ну и, естественно, хотелось бы его вывести. Так, скалозавр. Если я не ошибаюсь, он где-то здесь должен быть. Так, это анкилозавр. А куда же я делал скалозавра? Куда я его установил? Вот это что ли? Нет, это тонзенгозавр. Ну это понятно, стегозавр. А куда же я его воткнул-то, эй? Так, тут у нас летуны. Погоди-ка секунду. Давай-ка мы зайдем с тобой на рынок и кое-что посмотрим. Во-первых, где он? Вот он, да? Вывести. Ха, у меня даже не хватает бакинских, чтобы активировать инкубатор. Весело и живем. Ладно, забираем с тобой здесь супер ДНК. Здесь понятно все. А вот тут что нам нужно сделать? Разместить, так, соберите с хищников 40 тысяч монет. Соберите с амфибий 40 тысяч монет. Значит, с хищников, да, нужно собрать. И с амфибий. Вот такое вот у нас поручение. Так, это у нас-то пижара. Блин, да куда же я его поставил-то, а, все-таки? Как-то здесь же можно смотреть, да, всех своих динозавров, насколько я помню. И как раз искать, ага, искать. Ну-ка. Нет, я хотел посмотреть, на самом деле. Скалозавр. Вот он, друзья мои. Ну, я же говорю, что он должен быть.
Это у нас супер редкий. То есть мы его можем вывести и скрестить. У нас будет уже 20 уровня. Надо будет об этом подумать. Так, ну а мы продолжаем с тобой схватки. Давай посмотрим, что у нас на событиях идет. Денежная борьба. Оу, динобаксы, ребята. От такого вкусного кусочка я не откажусь. Так, ты посмотри, что мне тут выставляют. Ты посмотри, Велоцираптор мод 2. Хо-хо-хо. Так, что мы с тобой можем сделать? Ну, во-первых, я, наверное, возьму... Нет, тиранозавра это брать глупо. Нундазуха и, наверное, Кулазуха. Нундазух, Кулазух. И... Это Пижару, может быть, взять. Или Метрия Кантазавра. Как думаешь, вот кого тут лучше взять? Это все-таки Велоцираптор, ребята. Мод 2. Тебе необычный Велоцираптор. Элангозавра взять. Фиг с ним, давай Элангозавра возьму. Ну, свалимся так свалимся. Что я могу сделать? Так, ну что, ну до звук здесь... Здесь-то, конечно, все хорошо. Давай возьмем бонус. Он сейчас, наверное, две атаки мне пропишет. И надеюсь, он меня не победит. Но оставил очень мало здоровья. А вот как мне теперь его наказывать, я ума не приложу. Если я все солью, сколько мы ему нанесем урона? Хорошо, но 305 хп осталось. А Кулазух, естественно, будет слабее. Но Дозуха, друзья мои, слабее. То есть мне нужно как минимум две атаки ему нанести. Раз, два. А он же еще защиту наверняка поставил. Ведь так? Так. Тогда все, прощай. Так, выходит вторая модель. Ну все, ребят, он меня похоронит здесь. И сейчас мы будем с ним драться с помощью Элангозавра. И что-то мне подсказывает. Оу, 314 урона, ребята, ему нужно нанести мне. Ну вот как тут можно, ребята, с ним драться? Как? Я без понятия. А раз он не стал атаковать или защищаться, значит, он себе взял дополнительные очки. И сейчас все сольет в атаку. Это понятное дело, ребят. Вот вам весь результат. Просто киданули, как сосунка. Обалденно. Да, за доллары не такая простенькая битва получается. Так, ребят, схватка. Что это у нас тут? Вы издеваетесь сейчас, что ли, надо мной? Я не могу понять. Это тиранозавр мод 2, прянозух, шунозавр. Где вы таких набрали себе, а? Как я тут, ребята, должен, блин, схватка чемпионов в столкновении вообще как-то справляться? Но динобаксы мне нужны. Блин, мне, правда, очень мало долларов, 48. Интересно, птеродактиль. Давай сделаю вот так. Вот так. И вот так. Наверное, бред получится какой-то. Сейчас посмотрим. Ну, смотри-ка, птеродактиль, кстати, очень может неплохо так наказать. Сейчас глянем. Если этот сделает две атаки, мы вырубаем сразу первого. А он не так дурачок, как кажется, да, ребят? В общем, в любом случае, две атаки, да? Три придется делать, потому что защиту, если он поставил, да. Так, с этим мы распрощались. Так, а этот сейчас будет тратить две атаки. 100%, я тебе говорю. Да, ушатывает он мне птеродактиля. Смотрим, что у нас тиранозавр здесь может сделать. Ё-моё, а что он может сделать? Ну, три атаки в любом случае надо наносить. В любом. Все.
Первая схватка, ребята, пройдена. Скажу тебе следующее. Долларов у нас нет. Если сейчас кого-то надо будет ставить еще мощнее, я этого сделать не смогу. Я этого сделать не смогу. Давай глянем. Опять они. Трындец, ребят. Так, это 2 часа будет откатываться. Это тоже 2 часа будет откатываться. Блин. Да иди ты, он. Не до тебя сейчас, вот на самом деле. Слушай, а я без них не смогу, ребят, здесь пройти. Вот именно без этих двух легендарных динозавров. Хорошо, ладно, давай посмотрим. Собрать еды. Так, принять участие. Так, покормите. А что значит собрать моды? А, здесь. Ну что ж, давай соберем моды. Чарли, обычные моды. Повышает показатели всей атаки команды на 10%. Все, это задание я выполнил. Так, моды собрали. Собрать 120 тысяч еды. Вот с едой, ребят, проблема. Тоже, кстати, большущая проблема, потому что... Ну ты посмотри, активация. Насколько идет. 180 тысяч. Если хочешь собирать еды, будь добр, да? Так, эти у нас все активны уже. То есть с них уже ничего здесь не собрать. Хотя, погоди-ка, что-то мы выполнили. Что, какое задание мы с тобой сделали? Разместите одно место раскопок. Соберите с амфибии 40 тысяч. Нет, не получится у нас с тобой собрать ни с амфибией, ни с кого. Потому что, ребят, ну... Очень долго они будут копить финансы. Сам видишь. 18 долларов у меня. Ладно, давай что-нибудь думать. Нам нужно было с тобой сразиться в ПВП, да? Сражение. Водные с модами, водные. Так, давай обычную наземную, без всяких модов. Просто подеремся. Возьмем. Так, а там же два хищника. Если я, например, возьму метриакон... Так, подожди-ка. Слушай, а может быть мы все-таки сможем с тобой здесь сразиться? Ну-ка, подожди секундочку. Я кое-что придумал. Не знаю, сработает ли это. Так, события. А, битва. Возьмем вот так. Ну, этого не стоит брать. Возьму топижару, к примеру. И велоцираптор. Ну, ты прикинь, он 40 уровня. А у меня велоцираптор только лишь 20. Но, тем не менее, я рискну. Я рискну, ребята. Вдруг все-таки получится. Да, метриакантозавр у нас, ребята. Пу-пу-пу-пу. Он сделает две атаки. Он сделает две атаки. А если не сделает две атаки... Так, посмотрим. Вот смотрите, ребята, и вы хотите сказать, что он не знал, да, что я буду брать защиту. Да все он прекрасно знал. Он взял две защиты. И я взял две защиты, да? Вот так вот. О, если сейчас я ему пропишу три атаки, его можно вырубить. Но я, наверное, сделаю его так вот. И будем надеяться на чудо, что не все три атаки он сольет. Ну вот как ты, блин, гаденыш, ну вот как ты делаешь, а? Вот это вот, объясни мне, блин. Предвидит он все. Так, в общем, он все слил, да, ребята? Нам остается его уничтожить. Вот так вот мы с тобой сделаем. И два бонуса сверху. Так, велоцираптор мод 2. Пошел прочь отсюда. Ребята, ему нужно слить всего лишь одну атаку. У него 3 остается. У нас 6 бонусов. То есть топижара его должен, в принципе, ушатать. Ага. Ушатать. Вот это я фокусник, друзья мои. Ладно, давай проверим. А сколько максимальное количество урона мы ему нанесем сейчас? Тогда ему крышка. Все, друзья мои. Все-таки мы прошли, наконец-то.
Надеюсь, мне там дадут целую кучу долларов, а не один бакс. Потратил почти 200-300 баксов. А дадут сейчас соточку. Ладно, смотрим. 30-30. Ну, серьезно, что ли? По тридцатке? Ну, вы жмоты, конечно. Столько усилий ради, извини меня, сколько получается? Да мало. Так, они пришли с болот. Кулазух. Так, против него, естественно. Блин. У меня и топижара уже отыграл, да? Так, есть, в принципе, у меня аэротитан, но что-то не подскажешь, что аэротитан здесь. Ну, надо пробовать. 100 тысяч за поединок. Да блин, вы просто издеваетесь. Просто надо мной издевайтесь. Так, сколько ты стоишь на откате? 31 доллар. Все, берем тогда топижару. Аэротитан, уж извини. Я не могу рисковать 100 тысячами монет на фейл. Ну что, тут я беру, ребята, бонус. И на следующей атаке его просто уничтожаю. Ну что ты там хрюкаешь? Что ты там хрюкаешь? Так, погоди секунду. Что ты там сделал? Все в защиту поставил, что ли? Так и есть, ребята. Он все поставил в защиту. Так, у него сейчас будет возможность... А, соточку пробить. Соточка, это не страшно. В атаку. Все, крышка ему. Ну что, Кулазу, короче, отыгрался. Ладно, ну поединков здесь еще дофигища. Поединков дофигища, а соответственно мне нужно дофигища летунов. Ну, если я хочу пройти, конечно, это событие. Смотрим. Пипец, просто нет слов, друзья мои. Нундазух и Метриоринг. И это все. Блин, вот птеродактиля здесь бы одного хватило бы за глаза. Сделаем так с тобой. И ко всему прочему возьму диплодока. Слушай, у меня даже денег не хватит. Да прикинь, за каждый поединок я трачу 100 тысяч. Ну тут достаточно одного удара и ему крышка, ребят. Слушай, ну птеродактиль на самом деле крут. Пускай он даже 10 уровня всего лишь, но он выжигает, будь здоров. Ну ты посмотри, Метриоринг вообще для него сосунок полный. Ну ладно, допустим. Смерть с небес, да? Как раньше называли птеродактиля. Ну что, опять прикрылся, да? Нет, не прикрылся. Круто, что я могу сказать. Но это был только второй поединок, а еще три впереди, ребята. И скорее всего мне их придется сделать за кадром. Знаешь почему? Потому что сейчас я скоро уже пойду на работу. Эта серия, естественно, уже выйдет завтра. Три поединка. Давай хоть глянем, кто тут будет. Микропозавр и Прианозух. Опять же, здесь один птеродактиль бы просто вырубил бы. Если бы Эрликозавр был бы у нас летуном, естественно, я взял бы его. Но не могу. Не могу. Так, подожди, а что у нас там по ПВП? Я же не сделал, по-моему, да, задание? Так, здесь забираем супер ДНК. Это не то. Да чтоб тебя. Так, примите участие в, используйте в сражении три разных класса динозавров наземного. Два раза. Блин, еще и динозавра не покормил. Можно тебя, парень, покормить? Это будет считаться? Значок собрат. Вопрос, что за значок? Вот это вот? 5, код 19 у нас тут. Давай, Овен, иди. Так, покормили динозавров, короче. Еды собрать не могу сейчас и использовать в сражении. Да, если бы не на работу, я бы сделал бы, знаешь как? Я бы просто взял бы рекламную паузу. То есть мы бы с тобой на часок бы отвлеклись. Я бы здесь прошел бы.
Точнее, не прошел бы, подождал бы время. Все бы откатилось. И мы бы продолжили играть. А так не получится, ребят. Мало сегодня поединков. Но в любом случае мне надо будет это все доделывать. Хорошо, что хоть випку сделали. Да? Ну и, конечно же, хотелось, чтобы вот здесь как можно быстрее освободилось место. Тут 21 час. Будет у нас с тобой легендарный... Легендарная амфибия, получается, да? А это, по-моему, хищник. А вот это, я не помню. Это, по-моему, тоже травоядное. Скорее всего. Блин, и ведь не считается... Да чтоб тебя. И не считается, главное, надо обязательно покормить разных. Нельзя покормить одного вида несколько раз. Так, завершить, собрать, принять участие. Ну, давай посмотрим. Раз принять участие, так принять участие. Возьмем с тобой обычную наземную. Тут, ребят, уже не важно, выиграешь ты или еще что-нибудь. Главное принять участие. Зачем я беру одних травоядных, скажи-ка мне. Давай вот так вот сделаем. И вот так. И опять же доллары, опять же, ребята, баксы. Какие они жадные до этих денег, а? А вы говорите, накопи. Да как ты накопишь их, а? Не трать. Это можно, знаешь, как делать? Сыграл один бой и... на 3 часа забыл про эту игру. Потом возвращаешься, когда все откатилось, и так до бесконечности. Ладно, друзья мои, у нас суперзавр против нашего эрликозавра. Хищников нету, поэтому могу взять бонус. Возьмем с тобой. Что он будет делать? Менять на... А смысл? Сейчас глянем. Так, тут вариант. Либо он взял защиту. Попробуем все слить на атаку. Ага, бонусы берет. Он, друзья мои, взял бонусы на Нундазуха. Даже если он все потратит, он меня победить не сможет. Понимаешь, да? 4 на 3 это 120, ну дай бог 200. Так. Поставил этого ханурика. Неужели ты все в защиту влепил? Нет, тогда пока. Ну, опять же, Нундазух. Вот он вышел. Ну, 5. Даже если 5, ребята, атаки. Но я тебе говорю, это максимум, что он может сделать. 200-250 у меня выбить. А у меня почти 900 хп. Против леги не попрешь. Понимаю. Так. В атаку все. Все, до свидания. Ну, хотя бы в ПВПшке выиграли. Блин, какой ты ужасный. Ленивец. Напоминает мне действительно ленивца какого-то. Так, крутим. Приз любителя. Ну, сейчас какую-нибудь, как всегда, монетку или еду. Обалденно. Такой замечательный выигрыш, я прям пищу. Ну что, забираем здесь награды. В общем, нужно собрать еды. Естественно, в одну секунду я это сделать не смогу, потому что еда у нас с тобой копится, как ты видишь. И будет еще копиться дофига времени. Так, уровень 6 это 60 тысяч за 2 часа. Отсюда уже делаю выводы, сколько мне придется ждать. Так что, друзья мои, завтра у меня будет уже выходные. Ну, я не знаю, завтра наступает выходной, но первый день я уже, как говорится, в спячке буду высыпаться после рабочих смен. А вот послезавтра мы уже начнем потихоньку здесь разруливать. Но за кадром я все-таки что успею пройти, то успею. Тем более у нас еще схватка открыта. А кто тут у нас? Дилофазавр, это что? А, понял. И каритозавр. Ну, ребят, сюда можно взять... Нундазуха, а сюда можно взять даже того же самого алангозавра. Нет, можно взять
метриакантозавра. И все, и, ребята, он порвет этого критозавра в щепки. Это я тебе точно гарантирую. А на этом все. Будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!